братик, давай поиграем в игру. Играй, играй, играй. Нет, нельзя говорить эту фразу. Один из нас умрет теперь. В какую игру? Что? Тебе нужно выбрать игру. Выбери игру, в которой ты хороша. Тогда ты сможешь выжить. Но я не хочу, чтобы ты умирал. Просто выбери игру. Ладно, тогда давай поиграем в палочки. Тот, кто выберет самую короткую, проиграл. Но это игра на удачу. Я же сказал тебе выбрать игру, в которой ты хороша. Тогда ты сможешь выжить. Но я не знаю, в какой игре я хороша. Ладно, ты первая вытягиваешь. Братик, я вытянула короткую. Подождите, давайте поиграем в игру. Играй. Я хочу заключить с вами сделку. Если я выиграю, то вы не будете убивать мою сестру. А если проиграю, то убьете нас обоих. И заберете вдвойне призовые деньги. Хорошо, я согласен. Какую игру будем играть? Камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три.